Очень бурно идут работы по городу, как мы видим. Какие вот на настоящий момент по благоустройству проводятся? По благоустройству проводятся сейчас плановые работы. Значит, вчера, допустим, у нас закончили работы по кургану Славы. Была скошена трава, убрана трава, были прополнены цветы. В настоящее время проводятся работы по прополке клумб, значит, по уборке сухих деревьев, по окошению травы в городе. Много работы, и служба с ними достойно справляется. Значит, рабочий день начинается где-то с 4 часов, производится увлажнение дорог, подметание тротуаров и пешеходных дорожек. С 8 утра начинается активная уборка города. То есть убирается мусор, вывозится мусор, идет травокошение в городе, уборка травы, подстрижка кустарника. Конечно, в этом году у нас очень подводит погода, так как идут дожди, и немного с покосами затянулась вот эта работа. Но планируем завершить кошение на первый раз и приступить к повторному кошению тех площадей, где уже трава по новой выросла. У нас есть лесопарковая полоса. Вот, я хожу так мимо частенько, и именно вот два косаря, можно так сказать, убирают, именно траву косят, и вот запах идет от свежескошенной травы. Я считаю, что нормально это убирается.